Всем привет! Лера, с прошедшим днем рождения! Привет, ребята! Спасибо! Что-нибудь интересное подарили? Да! Мне подарили настоящую викторину! Называется «Умная сова. Сумма знаний» от Бонди-Бон. Только вот поиграть в нее не с кем. По одной как-то скучновато. Может, я с тобой поиграю? Давай! Друзья, не забывайте нам ставить лайки и подписываться. Поехали! Что у нас внутри? В набор входит рулетка с секторами, инструкции и карточки с вопросами. Здесь целых 9 групп вопросов по темам: математика, окружающий мир, логика, животные, правда или ложь, в мире профессий, вокабуляр, сказки, основы безопасности. Давай уже начинать. Только остался один вопрос. А кто победитель? Тот, кто соберет по 3 карточки каждой из 9 тем. Попробуем. Думаю, я выиграю. Я ведь отличник. Ну, это мы еще посмотрим. Я начинаю. Так. Математика. Допустим, возьму вот эту карточку. Какое число больше 7 или 9? Ну, больше 9 это 10. У меня уже есть одна карточка. Теперь ты. Так, окружающий мир. Погнали. На каких деревьях растут шишки? На хвойных. Давай. Так, теперь я. Математика. Сколько апельсинов изображено? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 апельсинов. Да. Теперь ты. Животное. Животное. Давай. Как называется жилище белки? Я не помню. Ну? Дупло. Сказки. Это самое сложное, я вообще там ничего не понимаю. Смотрим, от кого первого ушел колобок? Надо бы вспомнить. О! От дедушки и бабушки. Вроде бы так было. О! Вокабуляр. Вокабуляр? Как называется огромная глыба льда в океане? Айсберг. Это легко. Теперь я. Айсберг. Хоть бы что-нибудь посложнее попалось. Логика. Так, какой болезнью на Земле никто не болел? О, морской болезнью. Ведь ей болеют только на воде. Так, осталось совсем чуть-чуть. Хоть бы повезло с вопросом. Сказки! Обожаю сказки. Кто был врачом для больных животных? Айболит. Ура! Я собрала все нужные карточки. Я выиграла! Я же говорила, что если ты отличник, это еще ничего не значит. Я очень рад за тебя, но я хочу еще раз сыграть и победить. Обязательно! Ну а нам пришла пора прощаться. До встречи на канале Бонди-Бон Геймс. Всем пока-пока!